Здорово, братва! И сегодня у нас на канале телефончик LG K22. Я показываю, как на нем включить режим «Не беспокоить». Для этого переходим в панель быстрого доступа, а здесь видим кнопочку «Не беспокоить». Тыкаем по ней раз, и мы можем переключать данный режим. Также, удержав палец на данной кнопочке, можем открыть некоторые его настройки. Можем здесь его переключать. Можем добавлять к нему исключения, то есть звонки от кого угодно, только от контактов, от помеченных контактов, или же запретить все звонки. Также имеется функция «Повторные вызовы», если абонент звонит повторно в течение 15 минут, добавить его в исключение. То же самое относится к сообщениям. Также можно добавлять исключения к остальным уведомлениям на телефоне, таким как сигналы будильника, звуки мультимедиа и все остальное. Также можем установить ограничения звуковых уведомлений, визуальных уведомлений. И здесь можем все это настраивать под себя. Также можем установить продолжительность по умолчанию для данного режима. На 1 час, на 2 часа. Всегда спрашивать, или же пока вы сами его не включите, не отключите. И также можете установить расписание для данного режима. То есть, когда он будет автоматически включаться и выключаться. И на этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и пока!